Мы же переходим в студию, где ко мне присоединился доктор Хаим Бен Яаков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса. Хаим, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что же, Clients Conference добились изменения политики Фейсбука в отношении отрицания Холокоста. Иными словами, Фейсбук запрещает отрицать теперь Холокост. Да, совершенно точно. 3 октября, я хочу напомнить телезрителям, 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что отрицание фактов преследования и массового уничтожения еврейского народа во время нацистского режима не попадает под защиту свободы выражения мнений. То есть международные судебные органы определили, что отрицание истории происходившей с еврейским народом в годы Второй мировой войны, является нарушением международного законодательства. Хорошо, по факту, что мы увидим? Какие изменения мы сможем увидеть в той же социальной сети Facebook? Да, по заявлению, которое 12 числа сделал генеральный директор Марк Цукерберг Facebook, они будут заниматься этой темой так же, как и всеми другими темами, которые запрещены к публикации в социальной сети их, и также будут применять санкции тем, кто нарушает эти нормы. Как мы знаем, в основном люди молодого поколения, скажем так, люди не пенсионного возраста находятся сегодня в социальных сетях. Но надо сказать, что не только на самом деле. В Фейсбуке есть еще много... В Фейсбуке постарше аудитория, совершенно платформ, точно. Да. То есть Фейсбук, он для... Уже среднего для, возраста. Для пожилых, можно для сказать. Пожилых. С точки зрения молодежи, а для букеров, пожилых. Букеров, то, что называется. И мы видим, что на головы людей, которые находятся в социальных сетях, а мы знаем, что время нахождения человека в социальных сетях сегодня в среднем по миру растет, обрушивается. Тем более еще и на фоне коронавируса, где сильно не разгуляешься. Совершенно точно. Люди там... Людям нельзя пойти в театр или на концерт, или в библиотеку, поэтому многие находятся в социальных сетях. И на головы людей, находящихся там, обрушивается огромная ложь, которая связана с пересмотром истории Второй мировой войны. И вот мы в Евроазиатском конгрессе, наш президент Михаил Михайлович Мирлашвили установил, что именно тема противодействия пересмотру уроков истории Второй мировой войны, сохранение памяти о катастрофе является приоритетной. И мы вместе, кстати, с Claims Conference занимались этим вопросом. Мы собрали обращение людей, переживших катастрофу, их детей и внуков, и направили, в том числе из региона бывшего Советского Союза, и направили эти обращения непосредственно в штаб-квартиру Фейсбука. Хорошо, но кроме того, что в принципе Фейсбук может блокировать пользователей, которые с его точки зрения будут подстрекать к антисемитизму или наоборот отрицать Холокост. Какие-то есть, может быть, еще инструменты у того же суда по правам человека? Вы продолжаете работать в этом направлении? Ну, с судом по правам человека это особая история. Да? Этот суд является политическим органом, поэтому необходимо применять методы работы общественной дипломатии. Студенты, общественные деятели, политические деятели во всех странах должны понимать и должны знать о том, что происходит сегодня в мире. Я вот просто скажу несколько цифр вам. По авторитетным исследованиям академическим, проведенным, вот, например, Центр Левады в постсоветских территориях, в 2018 году половина опрошенных сказали, что Холокост — это миф или масштабы его значительно преувеличены. Все те аргументы, которые, начиная с 60-х годов, публиковались историками, на которых часто никто не обращал внимания, эти аргументы из академических изданий сегодня перешли в публикации в социальных сетях. И люди более молодого поколения, им кажется, что это действительно так. Евреи придумали катастрофу для того, чтобы оправдать создание государства Израиль, и для того, чтобы получить какие-то оправдательные грамоты еврейским банкирам. Вот только такие, например, такие темы обсуждаются, чтобы понятно было. Я думаю, что многие из ваших телезрителей даже никогда не читали ничего подобного. Но даже такие эзотерические вещи, я уже не говорю как о простых вещах, таких как пишут, что, например, нельзя убить такое количество людей.
чисто технически, и спрятать их трупы, что евреи подвергают нападкам современную культуру и пытаются заменить традиционные ценности современной культуры вот этими историями о катастрофе. А лживыми, да, поддельными историями. Хаим, вот такой вот вопрос. Какова вообще ситуация с антисемитизмом в мире? То есть, помимо того, что мы видим то, что происходит на страницах Фейсбука и других социальных платформ, ведь, по сути дела, после того, как люди смотрят и читают эти посты, они с этой информацией, с этими неправильными данными выходят на улицу и встречают, ну, евреев, которые, опять же, некоторые даже очень ярко выражены в виде, то есть видим человека ультрарелигиозного, мы видим, что и в Соединенных Штатах на них нападают, и в других и в европейских странах нападают. Вы знаете, ситуация в разных странах достаточно отличается. Вот когда наш президент Евразиатского конгресса Мирлашвили встречается с президентами государств различных в нашем регионе и ведет с ними открытый прямой диалог о том, что вы делаете в вашей стране, чтобы такого не происходило. Лидеры государств, политические деятели часто говорят, необходимо работать с системой образования. Необходимо, чтобы в школах учителя и ученики получали правдивую информацию. Если мы говорим о Восточной и Центральной Европе, о странах бывшего Советского Союза, то в этих регионах происходит сегодняшняя ситуация значительно лучше, чем, скажем, в Западной Европе. Одна из причин, причин, очевидно, много, но одна из причин в том, что власти борются с этим. И в России, и в Украине, и в Казахстане, и в Азербайджане. Хорошо, но все это только на уровне слов, или все-таки есть действительно какие-то действия по факту? Есть и действия. Бывшего Советского Союза предпринимают такие действия. Не всегда эти действия доводятся до конца. Угу. Это связано в том числе и с низкой квалификацией сотрудников судов, прокуратуры и следственных органов. Это тоже очень важное направление. Плюс, наверное, еще надо все-таки, чтобы и законодательство было соответствующее. Законодательство часто есть. Ведь если есть та или иная все-таки юридическая норма, совершенно которая точно предусматривает... Поэтому мы работаем в том числе и в этом направлении, чтобы определение антисемитизма, в том числе включающее отрицание катастрофы, было принято на законодательном уровне парламентами или правительствами в зависимости от системы законодательства разных стран. Безусловно, это большая и работа на с дальним прицелом. Но и уже сегодня есть достаточная законодательная и процессуальная база для того, чтобы арестовывать и наказывать в судебном порядке людей, нарушивших. И поэтому часто следователи или прокуроры, или даже судьи не совсем ориентируются в этой тематике. То есть вы говорите, что, по сути дела, инструменты есть, только ими неправильно пользуются? Не всегда правильно пользуются. Я предыдущий ваш вопрос о том, какова ситуация. В Восточной и Центральной в Европе ситуация значительно лучше, чем в Англии, например. Или в Соединенных Штатах. И вот отсюда я хотел спросить вопрос, может быть, вы делали свои исследования, проводили. Какая страна, может быть, вероятно, самая опасная сегодня для евреев? Ну, я не говорю, конечно, про какие-то там, не знаю, про какой-то иранский режим. Я не про это сейчас говорю. Хотя и там есть евреи, и они живут своей общиной, и якобы к ним не предъявляют никаких претензий. Но вот на ваш взгляд. Этот вопрос, он достаточно сложный. Физические нападения на евреев сегодня стали практически системным явлением в таких странах, как Франция или Великобритания. В Соединенных Штатах очень непростая ситуация в этом вопросе. То есть цифры несопоставимы с тем, что происходит в Восточной, Центральной Европе или в странах бывшего Советского Союза. Практически физических нападений на евреев или еврейские организации не происходит. Но вот мы с вами начали именно с социальных сетей. Антисемитизм и история отрицания катастрофы, и ревизионизм урока Второй мировой войны сегодня ушли в социальные сети. В том числе и в нашем регионе. Мы, Евразиатский конгресс, работаем в основном в странах Восточной, Центральной Европы и странах бывшего Советского Союза, включая Балканский регион. Там мы действительно изо дня в день проводим мониторинг ситуации. В странах Западной Европы работает Европейский еврейский конгресс, но мы встречаемся в рамках Всемирного еврейского конгресса. Это коллеги ваши. И мы, безусловно, знакомы с ситуацией из их практически
ежедневных отчетов, которые публикуются. Вообще проблемами мониторинга антисемитизма занимаются в том числе и некоторые израильские министерства и исследовательские центры в академических исследовательских университетах, в том числе и в Тель-Авивском университете действует центр изучения проблем антисемитизма под руководством профессора Дины Порат. И мы знаем их результаты их исследований, а также наши результаты, которые мы собираем в нашем регионе. Ситуация требует ежедневной системной работы. В итоге проблема антисемитизма, и, наверное, это не тайна для телезрителей, касается в том числе и ненавистью по отношению к государству Израиль. И тот, кто думает, что антисемитизм – это проблема еврейских организаций или общин в диаспоре, или международных еврейских организаций, которые работают с ними, это большая ошибка. Это в том числе и проблема государства Израиль. И израильских граждан, которые, как вы знаете, всюду делают бизнес и всюду путешествуют. Это понятно. И предприимчивые люди. Это прекрасно. Да. Поэтому эта проблема антисемитизма касается... И сегодня государство Израиль выступает как коллективный еврей. И очень часто все те аргументы, которые когда-то звучали против евреев, начиная с Римской империи, Средневековья, сегодня звучат против государства Израиль. Поэтому это стратегический вопрос. И вы совершенно правильно поступаете, что уделяете в ваших программах внимание этим проблемам, для того, чтобы и в том числе израильские граждане могли составить верную картину о происходящем в мире. Безусловно. Хаим, и последний вопрос перед тем, как мы пойдем на рекламу. Коронавирус как-то повлиял на работу Евроазиатского еврейского конгресса? Конечно. Пандемия мировая привела к изменению в формах работы всех международных организаций, еврейских организаций. Сегодня все ушли, как иногда говорят, в Zoom. В Zoom, да, или, на удаленку. Или в социальные сети. И сегодня огромная работа осуществляется всеми организациями. И электронные библиотеки, и поддержка индивидуальная людей со стороны волонтеров на уровне личных контактов. Сегодня синагоги в общинах во многих мира, в большинстве общин мира закрыты. И вся деятельность осуществляется удаленно. В том числе и международные конференции происходят удаленно. Ассамблея Евразиатского конгресса последняя происходила тоже в виртуальном формате. А конгресс как-то вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом? Если вы откроете наш интернет-сайт, вы увидите, что практически на ежедневной основе мы публикуем факты о том, что делается для того, чтобы поддержать, например, узников бывших концлагерей, которые оказались сегодня в очень трудной ситуации в странах нашего региона. Люди пожилые, часто без семей или с очень ограниченным семейным кругом. У многих уехали родственники за границу. И контакты сегодня невозможны. И принципиальным образом изменилась их жизнь. Наши лидеры, и президент, и наш председатель правления Арон Френкель оказывают просто на ежедневной практически или там еженедельной основе поддержку различным организациям, которые борются за жизнь людей. Это, наверное, даже сегодня не звучит как какой-то литературный какой-то, знаете, преувеличение. Просто идет борьба за жизнь людей в медицинских центрах, в больницах. Вот Тель-Ашумер мы с ними поддерживаем, организация Леманхем на ежедневной основе. Это объединение медицинских советников. Яд Сара, Арон Френкель является председателем правления этой организации. И проводится, конечно, огромная работа и здесь, и в Киеве. Наш вице-президент Борис Ложкин обеспечил вот совсем недавно там масками медицинский центр в Киеве. У нас, к сожалению, закончилось время, нам нужно выходить на рекламу. Доктор Хаим Бен-Яаков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса. Большое вам спасибо за участие в программе.